Всем добрый день. Меня зовут Алена Акс, и я преподаватель Международной федерации ваджра-йоги. И с большой радостью хочу сообщить вам о том, что 23 сентября 2018 года, буквально через пару месяцев, в России стартует курс подготовки инструкторов ваджра-йоги. Очень интересна сама форма обучения. Это будет очно-заочный курс, и таким образом любой человек в любой точке мира сможет обучаться на нашем курсе. Очень важно, что обучение наше организовано таким образом, что объем информации, который очень значителен, будет даваться блоками. Мы не стремимся обучить быстро и много. Задача нашего инструкторского курса в очень спокойном режиме, последовательно, достаточно глубоко дать обучающимся большой объем информации и дать возможность эту информацию переварить, переработать, пропустить через себя и таким образом по истечению 6, 8, а то и 12 месяцев почувствовать в себе силы, способности и уверенность стать настоящим преподавателем йоги. Что будет на курсе? Курс организован тематически, разбит на 4 блока. Эти 4 блока мы будем давать по воскресеньям в течение 5 часов. Обучение будет идти также в онлайн-режиме, так что любой может либо посмотреть это в записи, либо присоединиться к основной группе через Skype. По окончании каждого тематического блока мы делаем небольшой перерыв, буквально 2-3 недели, для того, чтобы, во-первых, пересмотреть все материалы, сформулировать какие-то вопросы, которые будут точно по каждому блоку. И будет возможность в закрытой группе в Фейсбуке, во-первых, в процессе, во-вторых, вот в этих интервалах, в паузах, задать эти вопросы, получить ответы, углубиться в общем в разных этих темах и перейти в спокойном состоянии ума и духа к следующему тематическому блоку. Всего блока 4. И под этим видео я выложу подробную информацию, что будет из себя составлять эти 4 тематических блока, какие темы мы будем рассматривать. И еще очень важно, что в процессе обучения каждый, кто будет участником данного инструкторского курса, получит доступ к аудио и видеозаписям последних 8 инструкторских курсов в Федерации ваджра-йоги. Это очень большой объем информации. Причем информация, которую вы будете получать, она будет очень часто не совпадать с общепринятыми знаниями. Для меня лично, когда я несколько лет назад обучалась на инструкторском курсе у Анатолия Пахомова, президента Международной федерации ваджра-йоги, это обучение было полно открытий. Полно открытий, инсайтов, потому как информация, которая будет предоставлена вам в этом курсе, но она настолько глубока, объемна и нова во многом, что я даже немножечко завидую всем участникам, у которых это все впереди. Но вот по истечении 4-5 лет преподавания уже ваджра-йоги, я по-прежнему нахожусь в позиции обучающегося, потому что познания йоги, они бесконечны. И вы знаете, чем дальше я погружаюсь в этот океан информации, тем дно и предел от меня удаляются. И это прекрасно. И это прекрасно, потому что обучение дает все время
подпитку, оно вас все время вдохновляет. Ну и еще немножко о том, что, в общем, будет представлять из себя этот инструкторский курс. Поскольку точка дислокации будет в Сочи, это значит, что основная группа будет обучаться в Сочи, остальные люди уже через интернет, через Skype или через YouTube, это мы уже решим технические моменты ближе к самому курсу. Для того, чтобы стать участником этого курса, вам достаточно иметь большое желание разобраться в том, что же такое йога, что же это за такое глубинное знание, которое передавалось из столетия в столетие, как-то менялось, обогащалось, очищалось, привносилось что-то новое. И вот в том виде, в каком сейчас йога, в общем-то, существует, что в ней интересного? Я могу сказать, что в нашей федерации мы очень глубоко разобрались в вопросах физиологии и анатомии. Поэтому основной опорой для разбора физического аспекта, что такое асаны, как они работают с телом, у нас будет корректный подход к позвоночнику. Это огромная глобальная тема, и разобраться в ней, я считаю, необходимо не просто человеку, интересующемуся йогой, а вообще каждому живущему в этом физическом теле. Потому что это такая базовая информация, которая позволит каждому человеку, который в ней разберется, проживать эту жизнь вне зависимости, будет он практиковать йогу или нет, но проживать эту жизнь в здоровье. Это первое. Второе. О чем будет вообще идти речь на этом курсе? Мы, конечно же, будем разбираться с основными категориями йоги. Мы будем просматривать историю йоги, различные направления, мирскую, светскую, современную йогу, йогу мистиков, тибетскую, буддийскую, современную европейскую йогу и так далее. Мы будем погружаться в вопросы психологии и космологии мира. Это вообще просто бездонное путешествие, интереснейшее в то, что из себя представляет Вселенная, как она образовалась, различные точки зрения на образование Вселенной и человека, место человека в этом мире, различные точки зрения на происхождение, что есть человек, это только тело или это душа, и вот в этом мы тоже будем разбираться. Очень интересно, что в своем курсе и вообще собственно, в знании вашей йоги мы никогда не настаиваем на какой-то одной концепции или философии. То есть наша задача – дать вам многообразие, не привязывая вас к чему-то одному. Самое главное, в чем мы будем настаивать, чтобы вы разобрались, это в устройстве физического тела и в корректных асанах, потому что основная задача инструктора йоги – это не навредить тем людям, которые придут на ваши занятия. Более подробная информация, пожалуйста, будет под этим видео, а также в личных переписках задавайте мне вопросы, выходите на сайт, пишите мне, либо пишите Анатолию Пахомову. Для того, чтобы стать участником этого курса, вам нужно будет заполнить анкету, ну и все подробности будут выложены после видео. Могу сказать, что всех ждет прекрасное путешествие в мир знания йоги и не только. Общение с Анатолием Пахомовым, президентом Международной Федерации Ваджра Йоги. Это человек, который сам по себе является мощным учителем, наставником, и у которого я продолжаю учиться, и который будет очень активно помогать мне в проведении этого курса. Всех жду, всем желаю прекрасных открытий и до встречи на курсе.